кошмар какой-то. Лисичка, 200 рублей, привет, я смотрю тебя еще со времен первого... Что? Со времен первого зомби-апокалипсиса, сейчас смотрю твои ролики вместе с дочкой. Пусть ты будешь счастлив. Я даже не понимаю, мне вроде странно такое читать, но... вроде как-то очень приятно. То есть, прикиньте, когда человек меня смотрел... Ну, сколько тебе там лет примерно было? Ну, на лет 5-6 меньше где-то, да? Прошло 6 лет, я также продолжаю играть в Майнкрафт. Ну, я уже переехал из страны в страну, уже с кем-то начал общаться, с кем-то перестал общаться, и вот это вот все. И спустя столько много лет у человека уже есть дочь, и человек с дочерью меня смотрит. Вот это, конечно, поколение на поколениях. Дочери, привет огромнейший, спасибо большое вам за поддержку, это самое главное. Спасибо, вы тоже будьте счастливы и не болейте. Спасибо большое.